поздравляю вас, всех граждан нашей любимой страны, со стартом года семьи. Доставить огонь из Мурома в Москву, но это было одно из самых интересных впечатлений нашей жизни, я так думаю. Вместе мы зажгли лопатки, и теперь огонь пойдет во все округа России и в наши новые регионы. И пусть он несет с собой свет, любовь, тепло, как сегодня сказал наш президент, потому что Россия – это семья семей. Ну и, конечно, спасибо всем нашим семьям, что они здесь с нами приехали, зажгли этот огонь. На этой сцене, видя, как зажигают общий семейный очаг, и когда нам передавали наш кусочек этого счастья, скажем так. Поэтому везли мы его, естественно, с гордостью, очень аккуратно, очень переживали, чтобы все было хорошо. Ну, все отлично довезли. России мы просто восхищались. Вот сколько мужества, тепла, силы, какое единение нашей страны, которое особенно в это время значимо и очень-очень важно. Are you the best?